Привет. Слушай, ты случайно не... Сейчас скажу. Не модель, я просто походу узнал тебя и решил подойти. Спросить. Сейчас. Это мне, да? Нет, не мне. Спасибо. Я присяду? Нет. Пару минут. Пару минут. Нет. Слушай, ты случайно не модель? Я... Не, ну как тебя зовут еще раз? Я... Нет, нет. Или... Я не верю. Или ты меня обманываешь? Какая у тебя собака? Хаски. Серьезно? Да. Офигенно. Серьезно? Да. А что у тебя телефон разбитый? Я разбила. У тебя, по-моему, еще щеночек умер, я вот знаю это. Мне друг рассказывал. А как тебя зовут? А? А не важно. Блин, очень приятно, меня Никита зовут. Офигеть. Я прям, знаешь, я иду и думаю. Только я прям проходил и узнал. Мне классно у тебя фотки, кстати, мне очень нравится. Слушай, это все тебе, да? Ты прям перекрасилась и решила накушаться прям вдоволь. Нет. Я просто ем всего понемногу. Я заметил. Супчик, все что угодно. Выглядит, да, это очень как бы масштабно, но нет. Ты прям такая вот веселая, прям. Как и я, наверное. Я просто после сатори только приехал. Очень крутая штука. Может быть. Ну, может, ты хочешь съездить. Я, конечно, не предлагаю, но мир по-другому видится. А какой друг? Расскажи. Тебе подругу я потом тебе расскажу как-нибудь. В следующий раз. Надеюсь. Интересно. Офигеть. Ты прям фоткаешься за деньги, да? Да, я работаю. И как тебе? Вот такая очень работа. Интересно, да. Какая... Я на тебя подписан. Очень приятно. Смотря какая работа. То есть мне интересно как фотосъемки, так и видео. То есть, ну, ты в клипах снимаешься, да? Да, у Фарго, у него ротация, ну, новый артист Фарго. Угу. Так, у него у нас клип вышел прямо к началу лета, и он сейчас имеет ротацию на телевидении, то есть у меня такой маленький бонус, что меня транслируют. Вау. Ну, в будущем, да, тоже может мне много... А что ж вот у модели разбитый телефон? Вот я разбила вот буквально пару дней назад, просто выходила из машины, он... Не поверишь. Он упал, и у него взорвался экран, и я жду, когда мне поменяют. Я честно просто... Круто. И давно ты занимаешься этим-то? Модель? О, кстати, стой. У тебя прям это... Крутой макияж, френч, по-моему, называется. Да. Мне больше всего он просто нравится, поэтому я знаю, как его называют. Френч — это классика, да. Просто... Где волосы нужно, чтобы это удачи, да, где так лучше. Все нормально. А френч просто... Модели не могут носить, так скажем... А, яркий маникюр. Очень яркий маникюр, потому что, ну... Нет, они могут носить, но просто некоторые съемки тебе прям... пишут, так скажем, список того, что ты можешь сделать, а что не можешь. И как бы лучше всего, когда ногти нейтральные, потому что Стоп, да, а вот ничего не вызывает. Белые волосы — это парик, я так понимаю, да? Ну, как бы вообще, вот до августа я была блондинкой, и я полгода носила каре. Вот это офигенно, я обожаю каре. Вот, да, но сейчас я так скажу... А сейчас не каре там, а? Ну, я отращиваю, хочу к следующему лету отрастить где-то, может, по пояс волосы. И, может быть, к следующему лету опять верну блонд, просто пока зима, хочется, чтобы волос отдохнул. А Инстаграм, да, это парики, и у меня никто не знает, с какими цветами волос, кроме близких. Мне постоянно... Так, а можно уточнить, какой у тебя цвет волос? Я говорю, какой вам угодно. Ты прям вот, знаешь, ты простая девушка. Вот это очень странно для такой вот... Что? Очень крутой штуки. Не понимаю, зачем из себя что-то корчить. Офигеть. Я как бы... Не знаю, у меня никогда не было звездной никакой болезни, я очень открытый человек. Ну, то есть... У меня 100 подписчиков в Инстаграме. У меня друзья прям ждут, так каждый лайк я сижу. А что у тебя? У тебя там 178 тысяч, я только что видел, по-моему. Нет, у меня не так много. У тебя еда или 100, или это медведь? Можно посмотреть? У меня 17,8. 17 тысяч человек каждый раз. Да, смотришь на фотки. Тебе много чего предлагают, я так представляю. Ну, сейчас этим занимается менеджер, потому что она мне какие-то заказы... А, у тебя прям менеджер даже есть? Да, я сейчас на букинге у Маврина. Маврин — это фотограф, который
Что знакомое? Он, по-моему, такие жесткие фотки снимает, голые. Да, обнаженка. Но у него не все обнаженка. Ну ты обнаженный снималась или нет? Да, у меня именно только ума обрана. Да, я такой... не видел просто. Что там скрывать? Мало кто об этом знает. Mm-hmm. То есть просто у нас другой концепт, и поэтому это особо не афишируется. Маврин может, конечно, mm-hmm. где-то это показать, но ссылку именно, что это я на этой фотке, он не дает. Но как бы сейчас люди узнают, ну и раньше тоже некоторые узнавали. По телу, да? Ну, как бы по телу, да. по как тебя зовут на самом деле? Давай. А фамилия? Не скажу. Тебе это секретно, да? Ну, не то, что секретно, нет, просто личная информация, как-то я ее в массу так не выдвигаю. А я что, масса? Я просто чувак, который решил с тобой пообщаться, посидеть. Нет, ну как бы, понимаешь, сейчас, как объяснить? А не все люди понимают, просто вот элементарно у меня там, пусть так скажем, 17 тысяч человек зрителей, из них большой процент видит меня на улице. И как бы, понимаешь, каждый подходит, это круто, мне нравится общаться с новыми людьми, но просто, как бы, как тебе объяснить, человек, когда постоянно кому-то что-то о себе много рассказывает, энергия уходит, я знаю это. Это то есть, не то, что даже это как-то пишешь, ты просто потом это сам ощущаешь, знаешь, у тебя какие-то встречи, мероприятия, это нужно себя всегда преподнести правильно. И тебе сложно, наверное. Мне нет, ну просто это постоянно, этого много, и сфера деятельности такая, что она этого требует. То есть я прихожу, у меня новое знакомство, нужно сразу скоординироваться, найти общий язык с визажистом. Короче, я понял, это очень геморройно. Ну, да, то есть люди, как бы, знаешь, не понимают со стороны, как это происходит. Некоторым это легко дается, некоторым сложно. То есть у меня есть съемки, куда я прихожу, я реально там могу сутки перед ним не спать, я волнуюсь. Я там могу сидеть и отрабатывать там позы, свет, думать, как Господи. Встать, да, но это дорог много. То есть, а прихожу... можешь показать, как правильно встать? Вот мне просто интересно. Вот, покажи, я вот... Как бы так я тебе не объясню, потому что... Ну, грудь вперед, там, задница назад. Нет, ну, грубо говоря, когда камера смотрит на тебя, ты никогда не должен плечи отводить назад, потому что ты будешь очень огромным на... Ксюша маленькая такая, а потом получается, что... Просто если, да, ты будешь постоянно раскрываться перед камерой, она будет достаточно близко, ты будешь занимать все положение на объективе, и ты будешь просто огромным. То есть ты будешь... казаться толще, больше, это некрасиво. На камеру всегда модели стараются максимально закрываться, поэтому в основном у всех руки вперед, сутулятся. У тебя там шипы какие-то, чтобы ежик. Ну, сейчас как бы хорошо, что у меня мой цвет волос, я русая сама по своей природе, и как бы вот редко меня сейчас узнают, когда блондинка, даже было больше, потому что фотография сейчас в основном блон, и этим занимается... Ну, это было давно, да? То есть они как бы... Нет, ну буквально лет и все, я проходила блондинкой. То есть у меня здесь мелькают мало фотографий с моим цветом волос, но фотографии отбирает мой менеджер, грубо говоря, как это происходит. Менеджер, она работает на Маврина, они вместе работают. Господи, вот жесть. Она мне скидывает, Ксюш, где фотографии, кидает мне фотку, говорит, нужно сделать пост, грубо говоря. Ну, нормас, мне нравится. Вот поэтому сегодня... Ну, правда, я редко лайкаю, потому что я просто пролистываю и все. Ну, я тоже как бы, я вообще не читаю Инстаграм, я его только веду, то есть это, так скажем, мой хлеб. Ну, нормально, да, получается, по хлебу-то? Ну, да, я как бы тоже не особо могу что-то разглашать, но... Не жалуюсь. Все, я понял тебя. Слушай, сейчас мне нужно идти, давай как-нибудь запишу твой номер, просто пообщаемся. Нет. Чего нет-то? Почему не можешь? А вот так вот условия букинга. Это что такое? А, условия сотрудничества. То есть у меня есть несколько позиций, которых я не могу. То есть ты не можешь встретиться с человеком, с которым пообщаться? Нет, просто я не могу, понимаешь, это... Как объяснить тебе правильно? Я говорю, это также большое количество людей, которые постоянно хотят у меня, это для меня... Давай так, ты запишешь мой номер. Хорошо. Хорошо. Давай я запишу. Погоди. Я не убегу с телефоном. Я верю, нет. Давай, 8-916. Ну, прозвони мне, я тебе не буду названивать, я тебе обещаю, ты можешь заблокировать, если захочешь. Нет. Нет, это... прозвони, как бы. Нет. Ты же хорошая девушка, я воспитанная. Очень хорошая, я верю, но как нет, бы, я не смотри. Могу, понимаешь, мой номер – это… Конфиденциальность? Ну, можно да, это... левый какой-нибудь, который ты можешь взять? Да, это моя личная, так скажем, информация, которая мне… Я не подошел как чувак, который… Суть не в том, я просто не знакомлюсь, даже вот этим могу, грубо говоря, открыть, там, не знаю… А мы не знакомимся, мы общаемся с тобой сейчас. Мы сейчас, да, мы общаемся. Я хочу с тобой еще как-нибудь увидеться, просто посидеть. А это уже вряд ли, потому что я в свое время. Вот у меня сейчас все по списку, сделал маникюр, я сейчас быстренько кушал. То есть ты записал мой номер, все хорошо. Как ты меня записал? Не расскажу. Ну, не расскажу. Не расскажу. Смотри, элементарно, заявки – это каждый день. О, Господи, ну. Это куча сообщений. Я не буду добавляться. И тут есть куча, знаешь, как бы, как уверенно эти ребята. Ладно, все, я пойду.
если да. Я просто как-то на свой счет взял, нет, просто есть люди, которые уверены, что вот он весь такой классный, он добавляется, и мы будем общаться. Нет. Вот так на улице надо общаться. Ладно, как я думаю, если ты не позвонишь, я уверен, что не позвонишь, как бы, я даже не сомневаюсь. Все, давай, давай, встань, обниму тебя. О, просто... Все, давай, давай, тебе тоже. Приятного аппетита, я бы сказал. Спасибо. Давай, пока.